Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я расскажу, как можно получить новый набор стикеров выпускной 2017. Данный набор является скрытым для большего количества пользователей социальной сети по той причине, что он доступен только выпускникам 2017 года. Итак, сейчас я вам покажу, как можно получить этот набор стикеров. Мы заходим на нашу страницу, далее нажимаем на нашу иконку, далее редактировать. Здесь выбираете образование, выбираете, если у вас не выбран город, школу, потом год начала обучения, выбираете 6-й, год окончания обучения, здесь выбираете 2017, также дата выпуска, также 17-й год, класс, любой, нажимаем сохранить. Все, мы сохранили наше образование таким образом. Теперь заходим в сообщение, магазин стикеров. И вот у нас наши новые стикеры. Автор их Михаил Голубь. Нажимаем бесплатно, что-то меня не прогружает полностью. Здесь видим, что у нас прислали подарок нам. И теперь сейчас нам посмотрим данные стикеры. И вот у нас 1, 2, 3, 4. Нам дано всего лишь 4 стикера. А чтобы получить больше, нам необходимо будет перейти по ссылке, подписаться и далее следить за новостями, как можно получить большее количество стикеров. На этом все. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!